Посмотрим, может быть, в личке. Конечно, интересно. Почему тебя взбесило? Ты, наверное, с телефоном ходила, вот так снимал. Это как я на отдыхе. За мной шашлычник ходил, ты меня куда кинула? Он говорит. Я работаю с равными. Ну, правильно, в принципе, да. Знать не знаю. Вообще люди странные, они хотят все знать. Вот реально, вот даже тут ты сама сидишь, ты же ведущая, Катя. Просто до мельчайших подробностей хотят. Я говорю, осталось адрес дать, номер квартиры, телефон, все, блин. Мне вчера вообще угрожать. Я тебя все равно найду. Мне вообще 6 секунд тебя найти. Найди, блин. Я тебе что сделаю? Надо в Дубай сразу таких. Интересно. Сейчас. Ну, мы же общаемся с тобой тут. Точно, Катя. У меня никогда не было интереса к чужим людям. Вот честно, я ни у кого не спрашиваю. Ты женат, ты замужем, сколько детей, где работа? Вообще пофиг. Спасибо, там, я не ругаюсь матом, правильно ты все заметил. Ни матом не ругаюсь, не пью, не курю, ничего. Просто веду эфир свой. Ну, насчет много. Да, вот это же. Слишком личное спрашивают. Меня один раз вообще до слез вот так довел один. Я вышла, просто закрыла эфир, вышла. А так я его так послала бы, вот честно вам говорю. Просто реально мое воспитание не позволило вот так сделать. Потом в следующий эфир он зашел ко мне. Я говорю, а ну-ка стоять. Ты вот так меня обидела, я закрыла эфир. Он извинился, я его взяла, выгнала. Пусть он заходит больше. Нет, я стараюсь не рычать. Если тут на всех реально внимание обращать, тут я состарюсь сразу. Не хочу свои нервы портить. Булка, ты что сделала там себе, что ты хотела? Поднимешься? Привет. Нормально. Так как твои дела? Чем занимаешься? Ну, поднимайся, поболтаем.
Метр 57. Этот у меня и пока батл не хочу играть. Я думала, ты на звонок поднимешься. Батл пока не хочу играть. Меня уже приглашали. Чуть-чуть попозже поиграем. Ну да, маленький рост. Ну такой нормальный, мне устраивает рост. Или 1,58 м. Мина, я батл не хочу пока играть. Давай попозже поиграем. Я думала, ты на звонок поднимешься, поболтая. А батл меня просто звали, если так не очень хорошо чувствую. Хорошо? Угу. Без желания, я тоже не желание хочу играть.